С 4 марта началась регистрация участников на региональный конкурс-выставку мастеров старшего поколения «Звездопад свершений 50+» по декоративно-прикладному творчеству. В нашем районе проживает огромное количество талантливых людей, в их числе Нина Беспалова. Должно быть вдохновение. Есть оно. Вот постоянно оно меня преследует, это вдохновение вообще-то. И вот я прихожу домой, начинаю что-то рисовать. Мне в голову придет, вот, ну не знаю, вижу эту картину я. Или вот ночью все в цветном виде, конечно. Я встаю, начинаю рисовать зарисовки, на маленькие наброски делаю. А потом уже совершаю большие картины, делаю. На таких встречах организаторы принимают заявки, рассказывают о новых возможностях, об изменениях в правилах участия, о достижениях коллег. По словам организаторов, желающих попробовать свои силы в конкурсе в этом году оказалось очень много. Желающих много, и, ну, и все, кто пришел, они как раз желающие, потому что мы сейчас, самое главное, это прием заявок, возможности людей старшего поколения очно принять. Все изделия, которые подаются, мы размещаем на сайте. Называется он «Звездопад свершений.рф». И до 16 апреля принимаем заявки. После ознакомительной части гостям предложили поучаствовать в бесплатном мастер-классе по декупажу под названием «Комплимент от творческих мастерских». Мы пытаемся познакомить их с техникой декупажа. Поэтому мы делаем небольшие комплименты. Мы их назвали, смотрите, либо сердечко, либо вот такая приятная штучка, которая может быть повесить. Пасха близится, поэтому можно сделать вот так. Ой, какая вот красота. В Пасхе. После 16 апреля запустится онлайн-голосование, в результате которого будут определены 18 победителей. Организаторами предусмотрены три специальных номинации. Лучших выберут гости на выставке, которая состоится 27 апреля. Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса «Звездопад свершений.рф» до 16 апреля включительно.